Он был найден археологом Аскольдом Александровичем Щепинским еще в 70-е годы в Бахчисарайском районе. Причем он найден был достаточно странным образом, в переотложенном состоянии, как будто кто-то когда-то его специально захоронил. Эта стела относится к рубежу 3-4 тысячелетий до нашей эры, и, по-видимому, она связана с племенами катакомбной культуры. Это культура бронзового века. Однажды, это был 2006 год, один из украинских тогда банков киевских задумал большую выставку в украинском доме в Киеве, посвященную Крыму, и туда должны были отправиться наши экспонаты. И вот одним из экспонатов как раз и предполагался этот идол. Но когда работники, которые занимались погрузкой, приблизились к нему, они просто не смогли сдвинуть его с места вчетвером. Хотя до этого два человека, два наших научных сотрудника, достаточно спокойно его перемещали. То есть он не захотел ехать. Он не захотел и не поехал.